Ребятки, всем привет, с вами Александр, Линка Гейм, и у нас Jurassic World Delight, проведем здесь одну какую-то битовку, наверное. Так, ну этих ребят я даже не ловлю, 14 тысяч, как-то вообще неинтересно, лимиты я сегодня повыполнял. А, кстати, какого ты у меня там уровня был? Тут написано 15-го левела, давайте посмотрим, куда они у нас идут. Куда-то идут, но не шибко они мне надо. Как я помню, редкие. Хотя на редких, да, у нас все завязано, прокачка всех существ, но именно рексы мне тут не шибко надо. Ну, хотя, вот смотри, тираннолофозавр, в принципе, да, неплохой. Ну, тут по 200 всего лишь идет, да, как бы, ну, немного их здесь нужно. Но для индоминуса сколько нужно? Для индоминуса вообще по 50, как бы. Это вообще как бы ни о чем. Ну тут упирается все опять же вот в редких рапторов, в эхо больше упирается. Ну как бы особо ловить вручную их желания нет. Так, насыпают, ну и отлично, ну и отлично. Так, зеленых здесь нету тарбозавров, мне не больше надо. Ну там вот эти ребята мне, в принципе, тоже нужны. О, их уже насыпало. А куда они у меня идут? Да и нахер. А ну-ка, давайте еще раз посмотрим. 20 уровня, опять же, я их не ловлю. Они насыпаются там за всякие выполнения. За башни в основном. В основном за башенки они мне насыпаются. Вот. Куда ты идешь? На Дилорахейруса он идет. Кто здесь нужен? Еще нужен вот этот парень. А вот этих парней... У меня упирается в редких дилосов. Ну нормально вроде у меня их. 600 есть, смотрите как. Ну, могу качать Дилорахейруса при желании. Могу качать. Но пока как-то не шибко горю, я им не пользуюсь, честно говоря. Ну вот и потратил их всех. Да. Не пользуюсь особо. Смотрите, что у меня тут. У меня тут перфоратор работает уже месяц без перестана у соседей, так что уж что поделать. Ух ты, могу качнуть. Вот этого парня могу качнуть. Аж целый один раз. Ну вот эти тут редкие, да, они мне редко попадаются, и их редко насыпают. Есть такое. Такое дело, они хорошенькие ютики, я бы ими попользовался. Так, ну могу качать монолофозавров, гриппозуха могу качать, вот что-то я даже могу качнуть. Оно там во что упирается, ну понятно, не хватает кецеля нам. Не хватает кецеля, что, тебя качнуть? Ну, давайте качнем. Так, здесь же тоже нужны... Дракорекса, да? Обычная. Ну, по-моему, уже как-то его актуальность отпала, Дракоцератопса, аж особо. Так, вот этого парня что-то там не попадалось, что я им вроде его могу качать. А, ну тут арамбургериан мало у меня. А, я их уже, по-моему, как-то подловил немножко и потратил. И потратил, да, вот Джемини Титанчика. Ну, опять же, мне больше Ардентис Максима нравится, чем Джемини Титан. Ну, так, потихонечку подкачиваем. Даже эпических диплодоков у меня много. Так. Ну там Кецариона, что пару раз нажать. Таникал Агреус и по два костря улетает, тоже много. Ну и туда и все вроде как, да. Да, ну Тенента, наверное, качать не стоит. Хотя на него у меня, наверное, 12 тысяч делосов. Ну нормально, 12. То есть могу его качнуть довольно прилично, но что-то как-то не прикольно. Так, давайте тогда помчимся в эту уже башню. О, появился вот зеленый вот этот парень, вот эти, которые мне нужны. Но их опять же нужно дико много, они там тысячами улетают. Вручную их отлавливать — неблагодарное дело. Так,
Атака скафотатора. Это скафотатор, это вот этот парень у нас. Подмена с кровотечением, подмена с кровотечением. Здесь то же самое. Нужны иммунитетные ребята. Так, кто мне еще тут есть иммунитетных? Ну, больше здесь никого нет из иммунитетных. Так, а что у тебя тут? Ну, иммунитета нет. Брать не будем. И, ну, наверное, быстро. Так, щитов нет у них, в принципе. Кровотечение, конечно, есть. У кого есть обнуление? Очистка какая-то. Ну, кстати, вот давайте его возьмем. У него есть кровотечение. Ну и вот этого парня. Он всегда хорош. Скорость, правда, скорость у этих ребят будет на высоте. Это нужно учесть. Так, ну я могу взять кого? Магнипиритор. У меня он немножко вкачан на скорость. Он будет точно быстрее. Так, что он будет делать? Да ничего он не будет делать. Будем снижать ему урон. Свалит он сейчас. Он сейчас свалит. Нет, не свалил. Ну, давайте добивать. Ну, как раз двойной урон. Мы его, думаю, и пробьем. Ох, ты ж газ. Я отхилялся практически полностью. Вот сейчас будет сваливать. Ладно, давайте помощнему. Нет. А, это был опережающий удар, да. Я сглупил. Не надо было использовать этот удар свой, ну ладно. Так, диплотатор. Что у тебя там? Иммунитета нет, ничего нет. Снижение урона получи. Так, тут сейчас один магнипилитор порешает. Не подменится? Ах ты, гад, вот смотрите, да, чего я ждал? Ждал, что это скафагнат сделает, но нет. Блин, не знаю, давайте хоть кого-то дадим, пожертвуем на растерзание. А то я уже их всех почти пробил. Так. Давайте снижение урона, а потом кровотечение. Хотя, ну я могу его добить, но не хочу. Он мне тоже дал снижение урона. Давайте кровотечение. И потом двойной урон и до свидания. Он сейчас мне тоже даст. Так, там... А, 600 всего лишь. Ну, пару капель крови там упало, подумаешь. Скорость 129. И, ребятки, не забываем, да, что видео про динозавра выходит на втором канале, на канале Jurassic World. Ссылочка есть в описании и в разделе каналы, на них тоже есть там ссылочка. Так что переходите, чтобы почаще смотреть видосики. Они там. Больно ударил. Так, ну сейчас моя очередь. Вот и все. Тардалозавр, да, или как там тебя зовут? Красавчик. Аласинозавр, тардалозавр. Молодец, ребятки. Ну, в общем-то, на этом я тогда с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.